трамвайные поберушки. Вот во время войны это не бугаи такие были, а я помню, после войны были инвалиды, без рук, без ног, побирались по трамваям. А тут здоровые ребята, нормальные мужики. Интересно, сколько они зарабатывают? И что интересно, они ведь не платят за эти самые, за билеты. Чем мне неприятна эта ситуация? И так шуму много, все громко. Нет, они входят и начинают ездить по ушам, как говорится, вот этими своими дребезжащими вот звуками, вот этой громкостью. Это элементарное настоящее хамство. Не знаю, почему наши люди, которые ездят в трамвае, вот эти вот, такие равнодушные, терпеливые к тому, что нарушается их спокойствие. Они сейчас, наверное, даже плясать здесь начнут. Ну, вот такая вот у нас родина, сынок. Кстати говоря, они когда вошли, я попросил у меня над ухом не играть. Ну, им плевать на мою просьбу. Я спрашиваю кондуктора, а они платят за билет? Кондуктор так рукой машет, непонятно, что это обозначает. Ну ладно, мне выходить. А они сейчас будут деньги собирать. А вообще, как к этому интересно относится трамвайное руководство? Это вообще нормально? Вот такие интересные у нас вопросы. А вот, наверное, еще один. Ну, неплохую они, в общем-то, нашли себе работку, да? Дело в том, что я ведь, собственно, и сам, где-то меня путают часто с таким же, с их коллегой, что, мол, типа на улицах и так далее. Нет, я считаю, это огромная разница. Я тихо, скромно сижу на скамеечке и рисую свои какие-то картинки. Ко мне подходят люди и спрашивают, и просят. Вот. А трамвайные музыканты, ну, во-первых, это нищебродство типичное. И меня удивляет, почему молодым людям, здоровым, нормальным, не стрёмно этим заниматься. Я еще раз говорю, что, ну, инвалиды ездили на колясках по вагонам и пели какие-то жалостливые песни. Это было давным-давно. Сегодня этим заниматься стрёмно. Ну вот, с одной стороны, мне это непонятно, с другой стороны, мне это неприятно. Не знаю, как вам. Вот скажите, пожалуйста, а вы считаете это нормой, когда в трамвай заходят люди, достают баян, гармошку, дудку и очень громко начинают что-то бренчать? Они же ведь, собственно, уровень-то как бы музыки-то там, это неспокойная тихая музыка, которая нас каким-то образом должна соответствовать ситуации. А какая музыка должна соответствовать вообще поездке в трамвае? Я лично, например, не знаю, как вы, я когда хожу по городу, я люблю слушать город. В городе есть свои звуки, есть своя атмосфера. В трамвае я еду и занимаюсь своими делами, или читаю, или, ну, в конце концов, там, в мобильнике что-нибудь пишу. И вдруг у меня над головой тут прямо в ухо мне начинают что-то орать. Они почему-то считают, что это песня, они почему-то считают, это музыка. Ну, извините, у меня все-таки тоже музыкальное образование. Кстати, почему тоже? Может быть, у них его и нету. У меня музыкальное образование есть, и я, в конце концов, умею отличать музыку от вот такого бренчания частушечного по вагонам. Я считаю, что это типичное мелкое хулиганство. Но поскольку в нашем городе, да и в нашей стране уже полное отсутствие хоть какого-то порядка и власти, к сожалению,
то вот возможно такие вещи, которые там, я не знаю, после войны инвалидам без рук, без ног еще позволяли. Хотя в проклятом Советском Союзе все это поберушество, оно, конечно, было под справедливым, правильным запретом. Сегодня поберушеством, ну ладно, если инвалиды занимаются, если пенсионеры, как я, занимаются, это куда ни шло, нас довели до такого состояния. Но когда этим занимаются здоровые бугаи, причем делают это насильно, насильно. Ну вот, ладно, а я пришел тоже побираться. Это 130-й квартал. Я пришел посидеть вот на этом солнышке сегодняшнем и порисовать, что получится. Может быть, покажу по ходу. Я обычно сюда прихожу, рисую что-нибудь свое, свои картинки какие-то там, заказы и так далее. Но подходят ко мне люди, просят, и я иногда соглашаюсь нарисовать их портрет. Или шарж. Я шаржи больше люблю рисовать. Ну, поехали. Поехали.